Че, запись пошла. А что делать? Друзья, всем привет! Это канал Адоната Синема, который мы решили посвятить автотематике. Для нас тачки это такая тематика, которая нам интересна. Говори снимать себя. В нашей деревне больше нехер, поэтому нехер мы будем снимать. Не сильно мы орём. Такое эхо стоит, что орём. Слышат, собственно, все. Ну не суть. Итак, давайте знакомиться. Итак, это Витёк, он отвечает за всю монтажную часть. И эффекты. А это Саня, он отвечает за всю нашу техническую часть и отвечает за колеса. Я больше не смогу это повторить, но... Мы долго думали, с чего начать наш первый обзор. Я хочу обзор на трактор какой-то. Итак, где трактор взять? Сегодня мы должны были начать с обзора трактора, но так как трактор нам не предоставили, мы снимаем обзор на вот этот вот фокус. На этом фокусе я уже езжу 3 года. Я вообще не собирался покупать эту машину. Ну, так посмотрели вокруг, а я что? Я только, грубо говоря, с Волги пересел. Вроде нормальная машина. А для меня самым показательным фактором был это климат-контроль, потому что сейчас 21 век, ребята, и ездить с этими крутилками, вот этими хрустелками, ну, извините, это, по-моему, непростительно. А, в общем, эта комплектация, тренд изначальный. Возможно, вы заметите, что он выделяет себя только одним параметром. Это каемка стекол. Сейчас включу подсветки везде. Давай! Раз. А тут горит. Ну это китайские диоды, поэтому не обращайте на это внимания. Он тут горит, но он тут горит всегда. А этот горит редко, поэтому горит в полный накал, а там уже все сгорело давно. Что мы видим? Вообще все, что сделано в этой машине, все сделано моими руками, все страхами, рисками, ну и, естественно, поддержкой друзей, которые говорят, да нахер тебе это надо, это все вклад, это все не окупится. Ну, блин, я всегда им говорил, идите вы в жопу. Сейчас вот будет красиво так, СТ. Ты классный, я все не в фокусе. Капец ты! Вот понимаешь, вот эти кадры, они настолько драгоценные, надо камеру вообще не выключать. Слушай, у меня так речь вот только пошла, только... Ковры — это уже такая заядлая тема. Ковры, я не знаю, нету, наверное, только в тракторе, который мы до сих пор не отсняли. Ковры эксклюзивные, так сказать, говно-говное. Да, красивые. Но вот этот подпятник, который сделали китайцы, во-первых, он ржавеет, непонятно из-за чего, хотя из нержавейки. А во-вторых, он постоянно в говне. Постоянно. Вот мы садимся сразу. Вот эта вещь. Это штатный подлокотник. Кожаный руль был куплен за скромные 2000 рублей. По-любому сейчас стоит где-то в Питере фокус, который до сих пор без руля. А вот его руль. Я могу отдать старый пластиковый. Круиз 3000, кнопки мультимедиа 3000, приборная панель, это RP7 так называемая. Ну а что, теперь пора проехаться? Ну, в принципе, все понятно, 105 сил дают о себе знать. Ну а если это видео наберет 50 лайков, 53. 53 лайка если наберет, то мы снимем продолжение этого видео. А пока поехали.